Всем привет, с вами Филипп, канал магазина FlipUp, и сегодня у нас обзор на классическую куртку пожарника Sleep GPX Four Season. Туристические текстильные мотоциклетные куртки, много они появлялись в наших роликах, и, скажем так, это один из самых популярных у нас товаров. Сегодня я расскажу также про один из самых популярных. Расскажу про его расцветку, что есть внутри, удобно, неудобно. В общем, все это будет в этом обзоре. Разберем эту куртку на составляющие. Итак, с внешней стороны мы видим большое количество светоотражающих полос. Как я уже говорил неоднократно, и это основное свойство туристических курток, чем лучше вас будет видно, тем лучше. Туристические куртки, они не для понтов. Защитные вставки в районе локтя у нас каучуковые, а в районе плеча D3-шные. Очень большое количество карманов и очень большое количество вентилирующих клапанов. Эта куртка неспроста называется для 4 сезонов. С внутренней стороны мы видим карман для защитной вставки в грудь. А с правой стороны мы видим водонепроницаемый карман для мобильного телефона. Сразу две подкладки. Одна Dry Rain, другая ветрозащитная. И с внешней стороны куртки, которая для лета, также карман для мобильного телефона, также водонепроницаемый. По общим впечатлениям, куртка мне очень сильно заходит. Она реально как будто предназначена для 4 сезонов. Я сейчас в ней стою, я прям очень-очень жарко. И могу однозначно сказать, что туристам, тем, кто ездит в разных временах года, те, кто любит ездить иногда и в дождь, и в снег, и все прочее, эта куртка для вас сразу, все в одном, и будет все на вас. А ссылку на данную куртку мы оставим в описании. А на этом все. С вами был Филипп, канал магазина FlipUp. Подписывайтесь на наше обновление, жмите на колокольчик, ставьте лайки и до скорого!